Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра. Игорь Николаев впервые за 19 лет после расставания с Наташей Королевой рассказал об отношениях с артисткой. На этот счет композитор высказался в интервью Довлатовой на русском радио. По словам исполнителя, сейчас он с бывшей супругой не поддерживает связь. Знаменитости не только не видятся, но и не созваниваются, и даже не подписаны друг на друга в соцсетях. Тем не менее, Королева, по словам Николаева, время от времени отмечает его на различных фотографиях, а он отвечает на это лайками. Например, там моя песня «Почему бы не лайкнуть?». Это же все-таки кусок жизни, признался артист, подчеркнув, что все его работы всегда были созданы от чистого сердца. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно поставьте колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать свежие новости каждый день. Спасибо за просмотр.